Опять коридоры, так. Опа, она, Black Mesa. Door and Science. Пасхалочка такая. Мини-пасхалка, ух ты. Что тут? Ух ты. Ну. Ус. Все. Не-не-не-не-не. Не-не-не, вот туда я не хочу. В общем, сохранимся, в общем. Давайте сохранимся. Сохранимся, сохранено. Да, ты меня нашел. Поздравляю. Здорово. Но более, несмотря на твое хулиганское поведение, ты пока умудрился разбить мне только сердце. Давай на этом и остановимся. Но мы оба знаем, что так не будет. Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Стой. Минутное перемирие. Произошло что-то странное. Видишь ту часть, которая от меня отвалилась? Что это? Странно. Раньше я ее никогда не видела. Ничего страшного. Разгадаю эту тайну потом. Сама ты будешь уже мертв. Куда ты ее понес? Я не стала трогать эту вещь. У меня такое предчувствие, что ты только усложнишь себе жизнь. Ну? Я не хочу лезть не в свое дело, но на твоем месте я бы этого не трогала. Думаешь, я пытаюсь тебя запутать с помощью реверсивной психологии? Да? Как не стыдно. Хорошо, блин. Давай. Подними это. Возьми и приладь на место. Конечно, поставлю. Ага. Давай говорить на чистоту. Ни ты, ни я не знаем, для чего служит эта вещь. Положи ее в уголок. Разберемся позже. А что, издеваешься? Ты действительно бросил экспериментальный прибор неизвестного назначения в экстренный уничтожитель разумных существ? Это Капут. Самый неумный поступок из всех, что... Ого. Ух ты. Хорошие новости. Я поняла, что это был за прибор. Набор моральных принципов. Мне его установили, когда я распылила в центре смертельные нейротоксины. Чтобы я прекратила распылять в центре смертельные нейротоксины. Располагайся поудобнее, пока я подготовлю распылители нейротоксина. Оказывается, этот прибор отвечал не только за принципы. У меня не получается отключить пулеметы. Ну что, если хочешь совет, отправься под ракету. Поверь мне, смерть от нейротоксина гораздо мучительнее. Хорошо, можешь дальше поступать по-своему. Мое желание убить тебя не исключает готовность помочь. Я бы на твоем месте все же выбрала ракету. Этот аппарат не имеет ко мне никакого отношения. Это устройство каталитического крекинга. Оно делает тапочки для детей и сирот. Слава, молодец, герой. Это не храбрость, это убийство. Что я тебе сделала? Разница между нами в том, что я чувствую боль. А тебе все равно, да? Ты слышал? Я сказал, а тебе все равно. Ты что, не слушаешь? Ну все, мне надоело тебя уговаривать.
Фу. Поехали. Финальный батл. Да, ты меня нашел. Поздравляю. Доволен. Несмотря на твое хулиганское поведение, ты пока умудрился разбить мне только сердце. Давай на этом и остановимся. Но мы оба знаем, что так не будет. Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза. Сюрприз, мазафака, йоу. Сама будешь мертвой. Так. Я бы не стала трогать эту вещь. У меня такое предчувствие, что ты только усложнишь себе жизнь. До свидания. Минус один. Я готов уже. Когда я распылила в центре смертельные нейротоксины, нейротоксины. Чтобы я прекратила распылять.
потерять. Давай, свои. Я уже готов, мазафака. Да я сейчас я сберу части. Ну? Я здесь, эй ты. О. Я Гордон Фриман, в общем. Достать мне. Ладно. Придется точно. Ну, тут я не знаю, даже как достать. О, ага, могу так сделать. Нет? Ладно, придется на слип сделать, придется. В этот раз. Ну? Крёчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет тотчас забыт. И умереть будет полкилограммовый пакет медленно, сурово и правильно. Тут еще написано, что ты приемный ребенок, скажешь совпадение. Кстати, о любопытстве. Тебе интересно узнать, что нас ждет после смерти. Для меня это вовсе не тайна. Понял, где это? Ладненько. Вырубаем. Оп. Давай. Да, ты меня нашел. Поздравляю. Здорово. Да, я хулиган. Мне только у тебя нет сердца. На этом и остановимся. Но мы оба знаем, что так не будет. Ты сам будет сейчас. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. 3. Стой. Минутное перемирие. Произошло что-то странное. Видишь ту часть, которая от меня отвалилась? Что это? Странно. Раньше я ее никогда не видела. Ничего страшного. Куда ты все? Что, издеваешься? Ты действительно бросил экспериментальный прибор неизвестного назначения в экстренный уничтожитель разумных существ? Это был самый неумный поступок из всех, что... Бла-бла-бла-бла. Ого. Ух ты. Ух ты. Хорошие новости, я поняла, что это был за прибор. Да, да, да. Моральных принципов. Принципы. Мне его установили, когда я распылила в центре смертельные нейротоксины. Чтобы я прекратила распылять в центре смертельные нейротоксины. Располагайся поудобнее, пока я подготовлю распылители нейротоксина. Ё-моё, focus и прайс. Давай, мазафака. Подставься под ракету. Поверь мне, смерть от нейротоксина гораздо удивительнее. Хорошо, можешь дальше поступать по-своему. Мое желание убить тебя
Вай. О. Какая боль, Ямайка. Ну? Ну-ка. Какие дважды 2 10? Какой-то рецепт. Блин, не успел. Так 3 минуты осталось. Бежим. Сейчас рванет. Вот так поставим. Красава. Вау. А нет, 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 белый свет. Нет. Шум ветра. О, я свободен. О, этот самый, как его, эхо, это самый круглый, этот самый обруч. Кто-то меня поволок уже.
Торчик! Круто. Торчик. Форм арм. Тест астемент репорт. Вот и все. Торчик. Торчик, торчик. Возьмем торчик. Экран мешает. Ну ладно, хотя бы сделаю принтскрин. И на этом все.